Не знаю, как у вас, но у нас, в Лос-Анджелесе, пиперт растет, как ненужная трава. Не знаю, как молоход на русском. Weed на английском. То есть, как бы, никому не нужно, но растет. Везде только и молва. Готовится очень просто. Много вариантов. Готовлю свежий салат. Готовлю даже без готовки, просто свежее беру, так и ем, очень вкусно. Сегодня хочу простой, даже не рецепт, способ показать, как можно мальву готовить. Как раз очень постное блюдо, да, получится. Мальва у меня с огорода, уже промыла холодной водой. Еще у меня в холодильнике нашлось немножко зелени, это лук, корейский лук. У меня один зукини тоже нашелся в холодильнике, можно использовать. Потом понадобится чеснок, немножко любое растительное масло. Очень люблю мальву с лимоном. Salt pepper, соль, перец и все. Может быть, пойду еще острый перчик принесу, подумаю, еще не знаю. Немножко воды, немножко кипятка, немножко кипяток. С кипятком. Воду прокипятила. Совсем не важно сколько. Кстати, если суп хотите, можете воды побольше взять. У меня будет какое-то так густое что-то. Мальву порежу вот так вот. Coarsely. Крупно. Чтобы легко было пробовать. И кипяток добавлю немножко. У меня авокадо, масло авокадо, кстати, очень полезное, очень советую. Никакого вкуса не имеет, но очень хорошее масло. 2-3 столовые ложки. Несколько штук чеснока туда положу. Чеснок с мальвой очень хорошо сочетается. Ну и зукини, чтобы не обиделся. Мелко порежу. Можно и крупно порезать. Мальву сюда положу, потому что очень сейчас уменьшится. Ну, конечно же, этот лук. Это лук, но очень еще вкус чеснока имеет. Сегодня мы из корейской кухни блюдо готовили. Это там используют. Кстати, хотите кимчи или кориан кузин, корейская кухня, если вас интересует. Я несколько блюд только умею готовить. Могу и на этом канале. Это тоже добавлю. Туда-сюда посыплю. Соль, перец. По вкусу. И перец. Могла бы поудобнее себе положить, да? Но нет, надо трудиться. Окей, крышку закрою.
и дам отдохнуть и свариться. По ходу несколько раз можно уже туда-сюда помешать, чтобы все вкусы равномерно присоединились, скажем так. И можете, конечно же, такой у нас зеленый день сегодня, и вино верде у нас, зеленое вино тоже. Окей, за вас. Все, готово. По ходу немножко соли добавила, соли и перчика. И все, жидкость как бы испарилась. Немножко вина добавила. Иногда с уксусом тоже подают. Так что вместо уксуса у нас будет вино. Пусть будет вино. Простой, вкусный, полезный, самое главное. Постное блюдо. К вашим услугам. Мацуну очень люблю. Самое главное. И немаловажно главное тоже вино и лимон. Сейчас попробуем. Без лимона и без красного перца я никуда. Цукини очень даже хорошо сочетается с мальвой. Никогда не пробовала цукини. И вообще очень люблю импровизировать. И вам советую, так все вкуснее получается. Очень уникальное, да, блюдо получается. Так что не бойтесь импровизировать. Очень хорошее время года, весна. Витамины нам всем очень нужны, и как раз вся зелень сейчас очень молодая, вкусная, очень полезная. Еще у меня растет, хочу показать, чтобы русское имя хочу знать, как называется по-русски русское имя. Это у нас dandelion, говорят. По-моему, это лепестки одуванчика. У нас это тоже как ненужная трава растет. Я из этого тоже салат делаю, теплый салат, суп можно сделать. Очень люблю. Я утром просыпаюсь, когда детей в школу провожу, выхожу во двор и, как, не хочу сказать, как корова, но очень люблю эту зелень, просто этим зеленым просто breakfast делаю, завтракаю. Так что, люди мои дорогие, люблю питаться здорово и вам советую. Очень много сегодня поговорила, как всегда. Будьте здоровы, за вас. И вино пейте немножко. Это тоже полезно. Очень вкусно.